Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Colt 2003 года выпуска, двигатель 1.5, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 219 тысяч километров. Заменю на нем масло в двигателе, воздушный, масляный и салонный фильтр. Открываю капот и сливаю масло. Масло темноватое, но уровень. Двигатель внутри чистенький, желтенький. Предыдущие хозяева за автомобилем следили. Поднимаю. Поднял автомобиль, увидел, какой хороший удар получил движок в штаны. Трубу смяло наполовину. Как коллектор еще не оторвался. Так, откручиваю масляный фильтр. И выкручиваю пробку. Вот это затянули. Беру новый масляный фильтр фирмы ВИК C415. Смазываю резинку маслом. И закручиваю его на место. Масло стекло, беру новое колечко.
И все. Опускаю автомобиль. Заливаю масло. Масло буду использовать Идемитсу 5W30. Номер для заказа 300-213-26-746. Я уже открыл его. Мазал фильтр. Масло не выливая, запускаю двигатель. Ух, какой он шум дает, пока давления нету. Хотя здесь цепи нету, здесь ГРМ. Ремешок стоит. Так, ну ладно. Глушу, масло стекает, потом выставляю уровень. А пока меняю воздушный фильтр. Отщелкиваю сзади две защелки по бокам, с одной стороны и с другой стороны. Чуть-чуть приподнимаю и отодвигаю его как бы на салон. Фильтр, конечно, давненько не менялся. Пыльно продую. Воздушный фильтр Сакуру поставлю. А58-360. Защелкиваю защелки с одной и со второй стороны. Иду меняю салонный фильтр. Открываю пассажирскую дверь. Здесь даже бардачок снимать не нужно. Здесь все находится снизу.
Фильтр я буду устанавливать фирмы Масума. Номер для заказа его идет MS, ну и MC425. Здесь поддеваем крышку. Как его вообще не меняли. Вот это да. Вставляю фильтр. В гнездо. Все понятно, не туда вставляю. Здесь фильтр должен заходить. Вот. Закрываю крышку. Теперь хоть у человека будет печка работать. Я думаю, она у него очень плохо работала. Сейчас вытащу фильтр, покажу. Это как так довести до такого состояния? Его что, вообще не меняли никогда? Его просто живого места нет. Ну, бывает такое. Очень удивиться. Проверяю уровень масла. Максимум на 2 миллиметра, чуть выше максимума. Но так я оставляю. Масло влил 3,5 литра. Все. На этом замену масла, воздушного, масляного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго.